В России может появиться аналог Windows, операционная система, которая позволит госкомпаниям и ведомствам полностью перейти на отечественную разработку. О ней, о развитии Рунета, мы поговорим с советником президента по развитию интернета Германом Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот зачем вообще переходить на другую операционную систему, на отечественную операционную систему? Были попытки раньше, но они успехом не увенчались. Вот недавно даже пресс-секретарь президента говорил о том, что невозможно это сделать в принципе. Ну, он немножко не так говорил. Во-первых, у нас попыток еще не было. Там есть два соображения. Первое – это безопасность. А второе соображение – это финансирование своих, а не чужих. Да? С точки зрения безопасности, то есть если бы не произошла ситуация с Крымом, с отключением платных сервисов компании Google, компании Microsoft, если бы наши коллеги зарубежные, то есть вот они бы держали своего слова, которое они давали давно, 15 лет назад, когда началась такая серьезная микрософтизация России, когда мы легализовались, когда в школы были поставлены Microsoft'ы, ну, почти бесплатно, да? То есть, по сути, мы готовили потребителей для компании Microsoft. А тогда еще и были совещания, на которых задавались вопросы, а что будет, если? Да? На что мы слышали ответ, ничего личного, это бизнес. Никогда-никогда у водопоя стрелять не будут. Начали стрелять на водопое. Второе соображение очевидное, это 4-5 миллиардов долларов в год, которые уходят из России на содержание программистов компании Microsoft. Поэтому государство должно развернуться и начать финансировать самих же себя. Программистов, которые выпускники являются омских институтов, московских институтов, калужских институтов, любых, но чтобы появился спрос. А мне кажется, что крымские события показали, что нужно вставать с колясочки, что да, нам было удобно потреблять западный софт, но зависеть от него уже невозможно. Мы сейчас выступаем в роли больше евангелистов, а не приказчиков. То есть я езжу по регионам, выступаю в роли такого евангелиста, я заглядываю в глаза всем министрам информатизации, говорю, вы знаете, как было бы хорошо, если бы... Я разговариваю с губернаторами, мы не заставляем никого, потому что тут важен тренд, да, то есть его нельзя заставить, это такая история в меру добровольная. У нас очень неплохое продвижение в Владимире, неплохое продвижение в Туле. Есть регионы, где, ну, в общем, Казань хорошо движется, Москва в части медицинских историй еще много замещает. А вот в Сибири, если говорить о Сибири? Ну, вот я приехал посмотреть. И как? Ну, понимание есть, пока нельзя сказать. То есть есть понимание, вот оно вообще, все понимают, что нужно туда идти. Но знаете как, вот я когда учился плавать, я стоял на бортике, пока меня не спихнули, да, то есть вот. Вот я вот думаю, спихивать, не спихивать. А если говорить дальше про безопасность, безопасность программного обеспечения, вот только ленивый, наверное, не цитировал, у вас путь развития интернета только один в России, как в Китае. Это понятно, что вырвали из контекста, что по сути... Это не так, но все-таки, как быть безопасностью здесь, вот в России, именно в интернете? Вы меня так защищаете. Я на эту тему вообще не очень говорил, я говорил немножечко про другое. Я говорил про то, что мы подошли к тому моменту, как Бурдянов осел, когда нужно выбирать. Да, есть два пути. Есть китайский вариант, который достаточно жесткий, он вообще не разговор, то есть он не договороспособный, то есть Китай просто отсек свои границы, и только на его условиях он принимает зарубежные компании. Есть путь номер два, это американский путь, это юридическая задача, которую мы пытались решить. Мы приняли закон о персональных данных, о хранениях на территории Российской Федерации. Мы забанили LinkedIn, который не выполнил это решение. Мы понимаем, что очень многие его не выполняют, но мы пытаемся их убедить. То есть здесь мы стоим перед выбором. И этот выбор определяет в первую очередь общество, с одной стороны, и депутаты, с другой стороны. Наверное, я поэтому говорю, меня нельзя, не надо защищать, не в том смысле, что... Я просто констатирую факты, как они есть на самом деле. Они могут нравиться, они могут не нравиться, но они таковы. Если говорить о развитии интернет-технологий в Сибири, вот в этой сфере как обстоят дела? Даже шире, не интернет-технологии, а вообще IT-технологии. Ну, вы знаете, IT-технологиям очень способствуют две вещи. Расстояние и кризис. Да? То есть, как только у вас кризисы, у нас кризисы, тут же люди... Свои привычки меняют. Ну, обычно человек, он идет в магазины, ходит, ему нравится. Но когда денег становится чуть меньше, он тут же интересуется интернет-магазин. Вот. А вторая часть – это то, что расстояние. Вот. И это дает возможности как раз сибирской стороне вопроса. У вас были прекрасные, по-моему, екатеринбургский магазин Е96, который никто не смог проглотить, а вынуждены были просто купить. То есть в конкурентной борьбе Сибирь обладает большими знаниями. Огромная территория. А это, как раз, все основания для развития логистики, для развития истории, потому что когда в Москве все тесненько, да, там и конкурентная борьба на порядок
даже жестче, и там можно демпинговать. А когда у вас, в общем, все достаточно по-честному, это нормально, побеждает профессионала. Поэтому для вот интернет-технологий, для электронной коммерции у вас все хорошо. Большое спасибо, что пришли и нашли время для того, чтобы поговорить на эту важную проблему. А я напомню, о развитии национального интернета мы поговорили с Германом Клименко, советником президента по развитию интернета.